Добро пожаловать в игру Rise of Magic. Сейчас ты пройдешь короткое обучение и сможешь самостоятельно играть. Начнем с управления. Попробуй передвинуть камеру. Для этого зажми правую кнопку мыши и подвинь ее, или воспользуйся стрелками на клавиатуре. Отлично! В игре ты можешь вращать камеру, для этого зажми колесико мышки и двигай мышь. Прекрасно! Теперь ты можешь построить пару башен для обороны. Найди на карте одно из трех специальных мест под башней и нажми на него. Обрати внимание, что сейчас ты можешь построить только одну из четырех башен. Нажми на иконку с лучником. Теперь ты можешь выбрать, потратить золото или ресурсы для ее постройки. В игре тебе не раз придется выбирать, что для тебя окажется выгодней. Для начала построй две башни, пока что нам больше и не понадобится. Отлично, башни построены. Теперь посмотри в левый нижний угол экрана. Если ты готов к битве, просто начни ее. В местных лесах бродят стаи волков, которые нередко нападают на мирных жителей. Вот на них-то мы и потренируемся. Ты можешь включить и выключить паузу, просто нажав на пробел. А зажав его, камера взлетит высоко вверх, перейдя в режим мини-карты. У тебя прекрасно получается отстреливать волков. Рекомендую построить тебе еще одну башню. Разведчики доложили, что сюда направляется стая волков во главе с вожаком. Это грозный противник, умеющий лечить своих сородичей. Так держать. Сюда бежит последняя стая волков. В игре ты еще не раз встретишь противников с уникальными умениями. Обращай внимание на их запас маны. Если у них нет сил, они не смогут ничего сделать против твоей обороны. Жители деревни еще не скоро забудут то, как ты защитил их от этих тварей. По окончанию уровней тебе будет доступна статистика боя, а также с некоторым шансом ты можешь получить уникальные рецепты и награды. Возвращайся в свою деревню, тебе нужно выбрать свою профессию и заняться благоустройством.